Ну что? Ну здравствуй, Василий. Ты хочешь, подготовочка. Ты хочешь мне отомстить? Да. Ну давай. Так, подготовочка, скажу. Рассказывай. Предстоящий марафай, там сразу два хапну услышал. Да. Ну, да, на цене, как бы на сумме призовых, к сожалению, не сказалось. Два руфайта. Только на количестве валидола сказалось, которое я купил себе. На самом деле, как это получается? Когда ты договариваешься об арфайтах, ты такой, будешь тренироваться. Уже нарисовал себе план. План не получился. То есть я тренировался. То есть я в каком-то таком среднем ритме подошел. Ну и волнуюсь. Вот честно тебе говорю, волнуюсь, потому что у меня были какие-то спарринги, но не было ни одного спарринга с тем человеком, по которому я мог бы понять свою форму. Лучше она у меня стала, чем тогда, когда я с Лешей боролся, или хуже, хер знает. Потом волнуюсь, даже врать не буду. То есть он уже с ним стоял за столом? Слушай, я с ним стоял за столом, да? Но ты же понимаешь, столько факторов. Ну вот, опять же, они же пашут, они же как кони фигачат. То есть для них как бы форма – это работа. А для меня форма – это просто удовольствие. Вот в чем разница. То есть здесь, например, сколько они набрали, сколько я набрал. Ну, интересно. Нет, на самом деле интересно. Интересно, но волнительно. Василий, просто... все равно знаешь, что через голову не прыгнешь, что форма не может набраться вот настолько намного. Я хочу... Нет, я к тому, что когда ты знаешь свою форму, тебе спокойнее. А так получилось, что я ее не пощупал. И поэтому я вот не понимая выхожу. Вот что меня, меня это смущает. Меня смущает, что я морально не готов. Все. А так-то, конечно, там я выйду, и что могу, то покажу. И кайфану, и хочется, конечно, хочется. И пободаться хочется. Ну и молодость помнить хочется. Василий, ты пойми одно, что все мы армрестлеры, кто давно с тобой связан, все на твоей стороне будем. У тебя будет большая группа поддержки. Ну вы в туалете отпиздите, пожалуйста. И как говорят, знаешь что, домой без победы не приезжай, как мне всегда говорят. На самом деле, вот я, у меня план такой, это самый оптимальный план. Я хочу сделать все, что я могу сделать. То есть, чтобы ты ушел с армфайта, понимаешь, что ты отдал там все, что у тебя, все, что ты мог. Вот самое главное, чтобы не было к себе претензий. И я надеюсь, что этого всего мне хватит на победу. Ну, не хватит, буду тренироваться, значит. Будет вторая серия. Это будет стимул, история. Да? Конечно. Мотивация будет. Все, Василий, спасибо, удачи тебе желаем. Предстоящих арфайтах, что у тебя все было хорошо. Договорились. Очень классная атмосфера. Я просто посмотрел налево и вижу, как ребята поднимают Ford GT. Битва Халков. Ничего, но можно попробовать еще раз. Ирина Гладкая. Да, бурными аплодисментами. Да, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Поздравляем, пожалуйста, наш победитель. Может, в целом у вас будет возможность побороться даже сегодня. Да, поддержим. Давайте еще раз аплодисменты. Спасибо. Спасибо огромное. Победа. 90. Осталось всего 10. 10 побед и целых 5 минут. Стоит всего 5 минут. Ну это. Да. Я думаю, мы должны перевалить за 110. Как вам такое? Это был 91-й. 92-я победа.
Так, а все, кто хочет побороться, вот прям вот за сцену можете заходить и выходить там на сцену. 93. А все, закончились спортсмены? Конечно, нужно. Нужно, ребят, можно попробовать еще раз. Не надо сдаваться. Каждое поражение делает нас сильнее. Да, спасибо, что поддержали. Девушка единственная такая, да, чувак. Так, а сколько у нас? 94. 94 победы. 95 побед. И 4 минуты осталось всего. Еще. Так. 95 побед. 95. Еще. Нам нужны еще руки. 95 побед. Стоп. Да. 96 побед. 6. Я съел букву S. Ой, а вы там откуда приехали? Это какая-то Касабланка. Стоп! 97 побед. Виталия. Ребята, можете побороться? Конечно, конечно, конечно. А если молодой Иисус, держите. Да. Так, 98 побед. Нет, да. Снимаем толстовочку, нужно... Сколько народу собралось посмотреть на Василия Кузнецова? Это было очень круто. И Руслану остался всего один раунд, чтобы победить, потому что два предыдущих он проиграл. Но мы с Павлом. Василий! Да, мы поддерживаем, конечно. Да, Закрыл! Никаких движений! Закрыл! Постоять!
Ну что, тренер, давай дневник двоечку поставлю. Денис Цыпленков. Андрюха, молодец, машина. А я? Он обскалывает. Да. Денис Цыпленков. Валера! Валера! Давай, жми! Жми!
Вот его палатка закрыл.